Здравствуйте, меня зовут Владимир, я гей. Так. Ну, Здравствуйте, Владимир. пидорас там Алекс особо не звонит. нужны, но если у тебя есть три, то заходи. Почему Если у тебя есть пидорас? три. Я не сказал, что я пидорас, я сказал то, что я гей. Это две разные понятия, понимаете? В смысле Как для разные? нас? Есть. Разные, блядь, А понятия. я тебе Есть расскажу пидорасы, есть анекдот. геи. Смотри. Давай анекдот. Я считаю, что это одно и то же. Стоп, давайте сейчас будет разговаривать с Кэп, а потом я замолчу и передам кому-нибудь командование. Я даже могу передать. Короче, приходит командование. Ой, бля, командование, блядь, как это называется? Говорит, доктор, мне кажется, я какой-то гей. Доктор меня смотрит, осматривает, говорит, ну какой же вы гей? Вы пидорас, блядь. Или это разные А вещи? когда смеяться? Да. А после слова лопата. А, вы вдвоем там, что ли? А, слушай, Бля, смотри, набрали человек гей команду, да, появился. бля? Ой, бля. Не-не, жестко Знаете, у меня даже прям. немножко настроение испортилось после таких не смешных анекдотов. Ну, естественно. Ну, у меня вообще настроение испортилось после того, как я сюда зашел, и тут слышу два Стоп. пидораса, короче, друг за А друга как глину цепляются. месить друг друга, это, блядь, у вас нормально, да? Глиномес хуевый, блядь. Пфу, блядь. Заднеприводные пидорасы, блядь. Нет, Это пиздец. господа, я не заднеприводный, я актив, понимаете, две большие разницы. Ну, Кто да. ебет и Подожди, кого подожди, подожди. ебут, У это него две есть разницы. ствол, Разницы. короче, он кому-то глину месит. Во, вот так получается, да? Глиномес, я вот так и обозначил. Бля, Господа, ну, ну это грубо. блядь, ну Я же не ты называю вас. отчаянный. Почему вот, почему, хорошо, вот что это за скрепы, блядь? Почему вы ненавидите геев? Вот объясните мне. Ну, Аргументированно. подожди, во что их Хорошо, любить? называй нас ёбари баб. Бабские ёбари. Да. Или Нет, как? Мы смотри, не просто мы тебе баб объясню. бабоёбов, нахуй. Может, Ну бабоёбами нас называть? выслушай меня. У Спермобаки. человека есть, понимаешь, психологическое отклонение. Он любит других мужчин. Это его право выбора. Зачем его осуждать? Что плохого в том, что человеку нравится другой человек его же пола? Ну вот получилось так. Вот что там плохого? Вот поясни мне. Ты А чего там Содом и хорошего? Гоморру, блядь, читал, блядь, А чего вообще? там Или плохого? узнавал, или смотрел? Блядь, а чего там хорошего? Вот объясни, чего там хорошего? Блядь, А это чего это вот жуть. плохого? В этом ничего плохого Это нету. путь в Не знаю, никуда, так я тебе вот ослышанное так вот. передергивает, блядь. Говно Ну, кошак. блядь, Да и это чего там стрингеры плохого? Вот зашли, по блядь. плохого. Ну а чего там Пацаны. хорошего? Скажи мне, что в этом Так ничего хорошего? плохого нету, в этом не обязательно что должно быть хорошего, в этом нету ничего плохого. Стоп. Ну, блядь, Это. в этом нету ничего плохого, в этом нету ничего хорошего. Для чего вот это вот? А для чего ты, женщина? Я Для для чего? кайфа. Я для кайфа. Удовольствие. Ну а в чё? А гейс мужчина для кайфа. И что, блядь, охуеть аргумент? Была бы, Еще блядь, у в меня эта команде саперная пидорас. лопата, я бы сейчас тебе башку отрезал и был бы ты рядом. Нихуя, блядь, ты бы мне хуй отсосал, блядь, ты меня нахуй видел, я, блядь, шкаф, нахуй. Ты Да, принял, чем больше шкаф, тем ты... более Шкаф, лопата. блядь, Ты, блядь, ёптвою хоть мать. шкафы это вывалились, блядь, ёбаный в рот. Старый, Фух. блядь, пузатый обитатель завода, блядь. Полно. Ты чего на меня гонишь? Все, Зайка ну мой. и все. Прикинь, саперная лопатка тебе по Пошел. пузу ебануть нахуй, и все, у тебя кишки и ствол отпал. Если ты мне саперной лопаткой по пузу, блядь, ударишь, то ты останешься без саперной лопатки. Да ну нахуй, че, блядь, засосешь что ли, блядь? А пресс сломается, зайка мой. У него там глина, Блядь. блядь. Или он стоп, Я. кто кого ебет, я так не понял. Вот Фу. я, блядь, может, Я узнаю. ебу тебя. Вот смотри, мы с тобой в Так, постели, и я тебя ебу. ты То есть ты меня стоишь ебешь. раком, а я стою Так. сзади. И свой огромный член пихаю тебе в очко. Хорошо, Беру я твои хочу. слезы, беру Кстати, твои подожди. слезы Да я понял. Думал, он у тебя И тебе огромный. не стыдно, блядь? Ну, нет, почему? Чего там стыдно? А матери твоей Чтобы, не блядь, стыдно, ты которая тебя через на местах пизду рожала, а не ты, блядь, померили, как очколас полулегалки ебучий? разрешено. И чего, как это связано? А, это Да, не блядь, прямо это связано. даже противно, нахуй. Бери, А с чего короче. противно? Скрепы, блядь, Бери. русские скрепы Подожди. не Тихо, позволяют. бери еще Так, одного. берите еще. Здорово. Запуливай в бой. Сейчас мы ему в очко будем совать. Да нахуя Он вы, любит в блядь, очко совать. такого очко, он там и так его сует, блядь. Там Че, ужас, блядь. дуло в жопу, прикинь, это же охуенно. Сейчас он кайф поймает. Поехали. Да, давайте, Пойдемте. давайте, парни, засуньте мне поглубже. Бля, ну это будет Я могу только пиздец. нахуй. Ну, Ясно? как говорится, чем бы пидорас не тешился, любой каприз. Лишь бы Поехали, пацаны, покажем. своих не наделал. Да свои как, через жопу, блядь, талант не Ну вылезет, я блядь. хуй знает, блядь, может он маму там это потом чпокнет, блядь. Либо это, от него лизнет, нахуй, ей передаст там в пиздятину, блядь, она родит, нахуй, такого же еще одного, блядь. Ну, Нахуй таких пиздец. абортов, блядь, убивать надо.
Ну, убивается. Он человек, хоть и пидорас, но он же человек, понимаешь? Ну да. А вот это, овощ, а у вас свои гей-флаги есть, да? Вы там ходите с ними. Ну он там ебет, походу, пока занят. Не-не-не. Ну чё, мы... Кэп есть у нас? Да кэпа нет. Не, у нас кэпа... Ну так чё? У нас рандом? Тяжики. О, овощ, у вас это, свои гей-флаги или чё? Заткнись про гей-флагу, давай играть. Блять, куда я попал? Шпрота аккуратней, блять. Пидорасный контакт неизбежен, блять. Аккуратней, пацаны, блять, зашкваритесь зазря. Жопу не подставляйте. Я ему хотел дуло, блять, подставить нахуй сюда, чтоб он наехал. Старый пидорас в теме, блять. Вы определитесь, кто это? Ты нормальный, да и все, я уже буду знать. Да мне кажется, тут остались только нормальные. Не, нормальных здесь нет. Здесь остались только пидорасы, блядь. Ой, не все, но это, через одного стопудово есть. Да просто же так мы разговаривали, и потом этот хуило, блядь,